мы нарушение, а именно курьезы. Ну какие курьезы? На одной из избирательных, на одном из избирательных участков еще до начала голосования произошел конфликт. Супруга одного полицейского пришла на избирательный участок и потребовала, значит, чтобы муж не оставался с другим полицейским, с женщиной, в одном помещении закрытом. И произошла ссора, и пришлось вызывать отдельный наряд полиции. В другой ситуации, в Винницкой области, те же национальные дружины, значит, обнаружили и вызвали полицейских. Там была попытка организовать карусель. Полицейский приехал, карусельщики убежали, за ними погнались национальные дружины, за ними погнались полицейские. Это все, так сказать, такой смешной водевиль для чеховских рассказов, наверное. Но в целом это говорит о том, что по всей системе, по всей огромной нашей стране обстановка была очень спокойная. Это очень важно, сохранить трезвый ум и рассудок в этой ситуации. А в Винницкой области этих карусельщиков зловили, догнали таких? Да, они здесь в этих цифрах.